Государственный музей усадьба Архангельская конца 18-го, начала 19 века находится на северо-западе от Москвы в Красногорском районе. Усадьба является семейным гнездом, которое построил князь Николай Юсупов для своих потомков. Современный дворцово-парковый ансамбль выглядит точно так же, как и после постройки. Он не подвергался изменениям. Именно такими видами наслаждалась семья Юсуповых. В те же времена усадьбу посещали не только историк Карамзин, Пушкин и Вяземский, писатели Герцен и Огарев, художники Серов, Бенуа, Коровин, но и члены царской семьи Александр I и Николай I, Александр II и Александр III, а также Николай II. Традиция приглашать в усадьбу все сливки общества сохранилась до сих пор. Каждый год на территории усадьбы проходит фестиваль «Усадьба джаз», куда гости приезжают в изысканных нарядах и шляпках послушать интеллектуальный и не очень джаз, блюз, соул. Центральная достопримечательность усадьбы – Большой дворец и окружающий его парк, который был разбит по образцу Петергофа и Ораниенбаума. Красивые мраморные скульптуры, Пушкинская аллея, колонны Александра I, Николая I и Александра III, храм-памятник Екатерине II. Многие, кто побывали в Архангельском, сравнивают его с маленьким Санкт-Петербургом Московской области. Множество статуй, зелени, большая ухоженная территория, где есть и кафе. Для создания усадьбы были приглашены итальянские и французские архитекторы и скульпторы, чтобы соответствовать дворянской моде того времени. Во время наполеоновского вторжения усадьба сильно пострадала и была разграблена. Позже над ее восстановлением работали лучшие московские архитекторы. По преданиям, на кладбище рядом с церковью Михаила Архангела бродит призрак дочери князя Юсупова, Татьяны Николаевны, которая умерла в раннем возрасте от туберкулеза. Князь установил на могиле статую ангела. Когда зимой был сильный мороз, ангела перенесли в здание усадьбы. С тех пор призрак ангела ходит по усадьбе и время от времени появляется над могилой. Внутри дворца музей, который открылся еще в 1919 году. В музее интересные экспозиции живописи, юсуповского фарфора, скульптура 7 века до нашей эры. Гордость музея. Усадебная библиотека с богатейшим собранием редких книг. 16 тысяч томов русских и западноевропейских изданий 16-19 веков. Малый дворец каприз, чайный домик, конторский флигель 19 века, романтичная колоннада. Любимое место для съемок новобрачных. Одна из самых старинных построек на территории Архангельского – это белокаменная церковь Михаила Архангела, заново построенная вместо деревянной в 60-х годах 17 века. Отдельного внимания заслуживает и театр Гонзага, где сохранился уникальный интерьер. Также здесь хранятся декорации и занавес подлинные работы Гонзага, которые нельзя найти больше нигде в мире. Добраться сюда вы можете по Волоколамскому либо Новорижскому шоссе, до поворота на Ильинское шоссе через деревню Гальёво, далее до музея усадьбы Архангельская. Вход в парковую зону обойдется вам в 150 рублей на человека. 500 рублей стоит единый билет для посещения дворца, усадьбы, парка, флигелей и колоннады. Заранее уточняйте возможности для посещения, потому что в музее проходит реставрация. Если вы планируете остаться в гостинице, рядом расположена Ригаленд в 4 километрах и усадьба Ромашково в стиле русской избы. Стоимость номера начинается от 3500 на двоих взрослых.